Звездные гости. Сегодня в Донецк прилетели непререкаемые авторитеты в мире велогонок, итальянец Алессандро Питаки и немец Данила Хонда. Зарубежные спортсмены являются членами команды «Лямбра» и «СД» и почетными гостями международной велогонки «Гран-при Донецка», которая стартует завтра. Члены звездного велодесанта на двоих одержали 49 побед на этапах гран-туров. В Донецке они впервые, хотя регламент запрещает им принимать официальное участие в гонке. Спортсмены все же хотят проехать по шахтерской столице. Это мой первый визит в Украину. Очень хочу познакомиться с городом. Завтра турнир стартует у вас в Донецке. Я хотел бы поучаствовать в основной части гран-при, но здесь я гость. Мой первый официальный старт запланирован только в Турции. Первый день соревнований, когда начнется гонка «Критериум», мы с Алессандро хотим также проехать по Донецку. Это была моя идея. И мы потренируемся, и у украинских спортсменов появится дополнительный стимул к победе. Хочу добавить, что проект развития велоспорта в Украине очень важен, и его обязательно нужно поддерживать.